Один взмах крыльев, и мир вокруг уже никогда не будет прежним. Более 150 крылатых красавиц со всех уголков планеты перенесут вас в тропический рай. Вот эта бабочка – павлиноглазка Атлас. Она считается одной из самых крупных в мире. Мне очень понравились бабочки. И мне очень понравилась бабочка «Большой павлиний глаз». Она очень большая и красивая. Здесь больше всего понравилось, как бабочки летают с тремя глазками. А это одна из самых ярких и красивых бабочек в мире – морфа. Главный секрет ее красоты в особом строении чешуек, каждая из которых имеет форму линзы. Из-за световых эффектов крылья бабочки имеют металлический блеск, который то усиливается, то гаснет, буквально зачаровывая посетителей. Красиво. А какая больше всего бабочка понравилась? Желтый даже и черный. Хотела бы изучать бабочек? Ну да, но увижу бабочку и узнаю, что за бабочка. Всего на выставке больше 150 таких красавиц. Это и калига, бабочка-сова, и парусник, и золотая птица-крылка. А еще здесь можно увидеть настоящее чудо, как бабочки появляются на свет. Какая-то нежность в ребенке просыпается к братьям нашим меньшим. Очень трепетное отношение. Это все-таки важно в формировании вообще личности ребенка. Конечно, мы шли за эмоциями сюда, пришли. Вот уже, наверное, больше часа не можем уйти, потому что что-то на себя новое открываем. Помимо живых тропических бабочек, в зале напротив работает интерактивная выставка «Вторжение динозавров». Оживших обитателей юрского периода здесь 20. На некоторых из них можно даже прокатиться, несмотря на их грозный рык. А еще для детей здесь создано немало аттракционов. Каждый здесь найдет развлечение на свой вкус. Кубы и американские горки. Кубы, потому что там надо сюда мечами резать, а американские горки, потому что это как праздник кататься. Мне очень понравились динозавры. Я наконец-то увидела их вживую и теперь знаю, как они называются. Это в школе пригодится. У меня внучка учится во втором классе. Ей очень нравится. Я вообще в восторге. Я думаю, что это как бы и взрослым, и детям. Ну, взрослым интересно, а детям интересно, наверное, вдвойне. Выставки «Живые тропические бабочки» и «Вторжение динозавров» будут работать в торговом центре «Премьер» до 16 мая с 11 утра до 8 часов вечера.